Борисова, мне 57 лет. Около года я занимаюсь живописью, а в частности пастелью. В 2022 году я участвовала в конкурсе Gold Time, и мои две работы заняли второе и третье место, чему я очень рада. Сегодня я хочу представить вам мою новую работу «Корзина с цветами». В этой работе я хотела показать игру света тени. Это корзина, она находится где-то на лужайке, где солнечные лучи падают с одной стороны, с другой стороны мы видим темный густой лес.